Востоке существует поверье, что птицы не умеют грустить, так как награждены вечной свободой. Когда их одолевает тоска, они надолго улетают в небо. Чем выше, тем лучше. Летят с уверенностью в том, что под порывами ветра высохнут слезы, а стремительный полет приблизит их к новому счастью. Люди могут многому научиться у птиц. Люди должны научиться взлетать. Надо всего лишь захотеть. Удивительный момент, ты понимаешь, что насколько ты маленький в этом мире, а Земля бесконечно большая. Это вызывает очень противоречивые чувства. Больше всего нравится ощущение свободы. Наверное, это самое главное. Оно настолько незабываемое, и к этому хочется вернуться еще раз и еще раз. Это лишний раз напоминает о том, насколько сильна природа и насколько слабы люди. Каждый полет – это кусочек жизни. Это может быть полет по кругу в зоне аэродрома, но это часть жизни, которая вот начинается и заканчивается с посадкой. Не было у меня такого, чтобы я сказала, ну это как вчера. Ничего подобного, никогда так не бывает. Я уж не говорю про планер, который вообще дает возможность увидеть небо совсем другими глазами. Хотелось увидеть и самолет, и небо глазами пилота. Как чувствуется ветер, что такое иллюзии, когда ты в облака попадаешь. Летает тот, кто приезжает на аэродром. Здесь очень уютно. И здесь такая, домашняя, в общем, атмосфера. Я сюда вот приезжаю как отдыхать все равно, что вот честное слово. Это место, куда я приезжаю, и остальная жизнь, она так в дымке, в такой, вот знаете, как на 2 километрах земля, она так немножко в дымке. Который от земли отрывается, вот даже в момент этот просто первого взлета, вот ради первого взлета на чем-нибудь, когда ты понимаешь, что все, ты уже летишь сейчас. Вот это незабываемое совершенно ощущение, бояться тут, в общем-то, не надо. В принципе, вот воздушные дельфины, планеры. И вот в тот момент, когда я поднялась в воздух, я поняла, что это ощущение просто ни с чем не сравнимо, и что я точно туда вернусь. Там это сверху, это Google Maps, совершенно другая картинка. У меня нет страха разобраться. Само небо, нет, это блаженство. Когда поднимаешься в небо, тебя как будто становится больше. Ты как будто более значимой становишься. Невероятное ощущение, когда ты управляешь самолетом или планером, когда это в твоих руках. И даже когда ты понимаешь, что в данный момент твоя жизнь в твоих руках. Один восторг. Один восторг. Эмоции просто незабываемые. Страшно не было вообще. Я на аэродроме Шевлино провожу все свое лето. Этот опыт подобен сну. Как будто это все нереально происходит. Испытай один раз полет, и твои глаза навечно будут устремлены в небо. Однажды там побывав, на всю жизнь ты обречен тосковать о нем. Случается, люди летают и в небе встречаются. Такое бывает, такое случается. Люди летают и в небе встречаются.